Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр» у нас в эфире. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Использование мигрантов как трудовой рабочей силы имело всегда лоббистов, ну, при путинской России, имело лоббистов на самом верху властной иерархии Российской Федерации. Это министры, это люди, приближенные в том числе лично к Путину. Мы все это видим на временно оккупированных территориях Украины, куда тоже они завозят трудовых мигрантов, очевидно, не через сайты рекрутинговые. А почему же вот такой диссонанс? С одной стороны, на высочайшем уровне есть те, кому выгодно использовать трудовых мигрантов в своем бизнесе или в государственном бизнесе. А с другой стороны, вот мы видим статистику увеличения уголовных преследований, увеличения депортаций. Как это можно связать? Ну, как многое в сегодняшней России, это абсолютно внутренняя противоречивая конструкция. Почему мигрантов активно используют? Ну, просто потому, что труд мигрантов дешевле. И в этом смысле мигрантов использовать выгодно. Просто потому, что россияне на таких условиях работать не будут. Это лишь слишком низкая заработная плата, слишком тяжелые условия труда и так далее. С другой стороны, наличие мигрантов порождает коррупционные возможности для иммиграционной службы и для полицейских, да, которые на этом постоянно получают взятки. Но при этом, если говорить о политическом аспекте, то там ненависть, которая разжигается все время внутри России, особенно она усилилась после начала полномасштабного вторжения, она каким-то образом должна быть канализирована. А с одной стороны, она канализируется против украинцев, но с другой стороны, конечно, еще один естественный канал канализации этой ненависти — это мигранты. И вот такие, знаете ли, как сказали бы, на растяжке стоит в этом смысле государственная власть. То есть, с одной стороны, выгодно, а с другой стороны, вроде как есть некие пиаровские и политические выгоды от того, чтобы всячески закручивать гайки по миграционной политике. Как раз о ненависти вы упомянули. 80% россиян полагают, что в их регионах находится слишком много трудовых мигрантов. Об этом говорится в опросе российской платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.ru. Чаще всего на мигрантов жалуются в сферах транспорта, логистики, автобизнеса, безопасности, строительства. При этом 62% респондентов считают, что трудовая миграция вредит регионам. В то же время больше половины российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих. Ольга Владимировна, давайте немножко к истории современной российской ксенофобии. Все-таки не при Путине это началось, и до того, как он безраздельно стал править Россией, были жуткие преступления против нерусских людей в Российской Федерации. Вы из Питера, в Питере тоже традиционно очень были ощутимы, назовем так, не скажу сильны, ультранационалистические движения, ксенофобия. Давайте немного об истории этого явления, вот начиная с независимости Российской Федерации с 91 года. И что можно было бы сделать, чтобы этой ксенофобии, так свойственной тем странам, в которых диктатура, тоталитаризм, чтобы это явление рано или поздно из России ушло? Ну, я бы даже зашла чуть раньше, перед распадом Советского Союза. Потому что всегда, когда империя распадается, то быстрее всего загораются национальные республики, загораются приграничные конфликты. И в этом смысле Советский Союз как империя тоже не был исключением. И, как мы знаем, межнациональные столкновения были и перед распадом Советского Союза. Ну а потом это уже все плавно перешло в Россию, и когда наступила политическая свобода, начали образовываться различные, с одной стороны, политические партии, а с другой стороны, конечно же, расцветали и те группировки, которые преследовали людей по какому-то признаку. А национальная ненависть — это самая простая история. И вот, собственно, расцвет тех, кого называли скинхеды. Да, кстати, опять-таки, это не чисто российская история. Скинхеды есть и в Европе, скинхеды есть и в Америке. Те, кто убивают людей по национальному признаку, они есть везде. Ну и Россия в этом смысле была вполне себе в таком глобалистском тренде, и в России скинхеды тоже были.
одно время власть с ними заигрывала, да, и как-то, то есть с одной стороны возникали такие, ну, что ли, самостоятельные группировки, а с другой стороны и Кремль тоже через структуру администрации президента пытался взять вот эти националистические группы под контроль. И известные дела, то тоже дело Борна, да, и всех остальных. Борн — это боевая организация русских националистов. Очень часто за такими делами всплывали уши кураторов из ФСБ и администрации президента. Поэтому всегда, вот, скажем, живое творчество масс, оно всегда шло рука об руку с какими-то спецоперациями, в первую очередь российских спецслужб. И сегодняшняя наша жизнь тоже не исключение. И как до сих пор совершенно непонятно, кто на самом деле стоял за спинами тех самых террористов в Крокус Сити Холле, которые устроили это побоище, кто их курировал. Прекрасно, очень много вопросов. Сегодня я напомню, как раз годовщина страшной трагедии Норд-Оста, где террористы проехали всю страну и спокойно захватили театральный центр на Дубровке. Спрашивается, каким образом они могли проехать всю страну. Поэтому вопросы к правоохранителям, почему такое происходит, они остаются. И очень много мы знаем дел, тоже дело сети, когда просто всплывают провокаторы из спецслужб, которые изначально оказываются внедренными в различные группировки. Я думаю, что и во многие реальные террористические группы, если таковые, они вполне могут действовать и сегодня на территории России. На мой взгляд, практически в каждой такой группе наверняка есть куратор из ФСБ, который прямо внутри внедрён, и, соответственно, всю информацию в режиме онлайн ФСБ имеет. А в чем выгода тогда, ну, конкретно спецслужб российских? Ну, во-первых, есть, поясним зрителям, есть такое стойкое мнение, что КГБ, преемница Комитета службы безопасности, Федеральной службы безопасности России, это пристанище русских шовинистов, националистов и таких консервативно настроенных в отношении национальной политики людей. Но какой им плюс от того, чтобы разжигать конкретно сейчас вот эти ксенофобские настроения, учитывая, что Россия нуждается и в трудовых мигрантах, и вообще в демографически находится не самой, скажем так, оптимистической ситуации? Ну, им тут даже специально ничего и разжигать не нужно. Достаточно включить российский телевизор, как в тебе разожгут все то, что горит. И то, что не горит, тоже разожгут, потому что бензин просто выплескивается с экрана на людей, поэтому тут уже кому-то дополнительно ничего разжигать не нужно. Что касается каких-то отдельных историй, ну, мы прекрасно помним, что когда случился теракт в Крокус-Холле, да, его сразу попытались повесить на Украину. И даже там долго еще после этого Патрушев говорил, что вот всю эту билиберду, что они ехали к границе, что у них там был открыт коридор, и вот эта всякая чушь собачья, в которую, конечно же, никто не поверил. Ну, я думаю, часть россиян бы поверила. Да, поэтому, конечно, нужно курировать эти самые группы для того, чтобы понимать, что, где и на кого повесить. Еще один аспект, успеем буквально пару минут. Выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев массово принуждают подписывать контракты с Минобороны РФ. Речь идет о людях, которые были осуждены в России, отбывают сроки в тюрьмах, колониях, сообщает издание «Настоящее время». Их заставляют ехать на войну против Украины. Особенно давление сотрудники колонии оказывают на молодых людей, у которых заканчивается срок заключения. Но я хотел бы не конкретно про тех, кто в тюрьмах российских сидит, а вот о чем вас спросить. Вот смотрите, сейчас в последние дни одна из главных тем, такой поворот в войне, это участие Северной Кореи, у северокорейских военных подразделений. В общей сложности по российским меркам это дивизия. Вот вам не кажется, что вся эта антимигрантская политика Кремля, очевидно санкционированная Путиным, это месть ближайшим странам, ближайшим партнерам его, как он думал, за то, что вот от них-то ни одна дивизия не приехала? Не только ни одна дивизия не приехала, но они еще совершенно с какой-то наглостью посмели крышевать и давать приют
как считает Путин, дезертиром, да, те, кто бежал от той самой мобилизации, которую Путин объявил. Поэтому, конечно, большой зуб вырос у него и на Казахстан, и на все остальные страны, где большое количество, на Грузию, везде, где, на Армению, где большое количество российских беженцев пытается найти свой приют. И да, конечно, ведь эти страны не являются странами оси зла. Это не Иран и не Северная Корея. Что ж, спасибо вам большое, Ольга Владимировна. Всегда рады вам в эфире. Ольга Курносова, политический аналитик и главный редактор портала «Автор Empire», гостья этой части эфира. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.